Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Вин Дизель. Пока! И Гон Фримен. Пока. Гон Фримен, бла-бла-бла, мистер. Госмайн, ты видел? Что? Огромный авианосец в порту. Да, нет, конечно. Конечно же нет. Это похоже на что? Это похоже на тот корабль, который был в этих... Хотел сказать, в хранителях. Короче, сегодня, походу, жесткая тупка будет, потому что все оба очень старше. Что там, говняки? Не знаю. Что происходит по сюжету, Тёма? Ты за ним следишь гораздо лучше, чем я, поэтому... То есть, вообще не слежу? Ну, типа того. Ну, по сюжету мы сейчас, я так понимаю, берем вертолет куда-то летим. Окей. А можно вместо вертолета взять... Самолет? Самолет, как его там? Вот, точно. Вот тот, который, да? Ой, тут да, вот тут крутой. Он такой крутой. Что-то мешает вам пройти, господи. Да, конечно. Что-то. Ну что ты там? Я беру сейчас крутую штуку. Крутую штуку? Не бери крутую штуку. Жалко, ее нельзя тюнинговать. Ну, если бы это еще можно было тюнинговать. А тут тюнинг тупо не нужен, понял? Ты посмотри на это вообще дерьмо. А. Ты когда звонил из самолета, сидя в кабине пилота? Вчера. Ага, блин, ну значит у тебя опыт есть, звони давай кому-нибудь. А у нас, видишь, указатель показывает сюда куда-то. Нет, это типа мини-миссия, наверное. Черт. Ты приземлил так, типа? Ну типа я не умею по-другому. Так, звоним Кинди. Окей, совместный захват крепости. Окей. Надо так. Я могу расплакаться, между прочим. Между прочим, да. Побитая девчонка. Это реально грозно. Не, ну это реально прикольно. Трансформируемся, автоботы. Автомать. Давай, давай. На самолете хорошо, я считаю. Че хорошего? Ну, раз, и все, и уже там почти. Как обычно, я перевернулся вверх ногами, и все дерьмо из кабины посыпалось на... Тебе сколько раз говорил, смывай в кабине. Кстати говоря, вот это вот я, помнишь, говорил про Brutal Mobile, который с пулеметом, что я не могу его затинговать. Представляешь, почему? Я не слушаю, на самом деле. Ну, потому что я, на самом деле, как обычно, все провтыкал. Это была не та машина. У народ там просто, я когда смотрел серию, я просто слышал эти звуки такие... фейспалмов. Я въехал в строй. Ты тоже я смотрю. Черт, тут какой-то жирный, он хочет меня ограбить. Он меня трахнет, я раком. Господи, быстрее. Это бомж. I'm coming, Тима. Черт, он оглядывается, он такой, типа, никого нету. Сейчас 10, его... 9. Сейчас я его огуляю. Гони его отсюда. Эй, вот ты. Ладно, у меня нет времени. Сам ему отомстишь. Чёрт! Ты бы видел часовой, так что... Эй, толстый, иди сюда! Где он? Вася, он свалил! Никого так просто не отпускал! Дай его! Кто Вася? Я Вася! Это тут, это... Это ты, Вася! А ну-ка, слышь! Так это была девка? Боты! Чёрт, я хотела женщину изнасиловать! Возможно, даже... анально! Поехали. Я еще не успел украсть машину, ты уже там сидишь. Я могу свою машину... Что? Это отличный катафалк. Как это так? Ну, то есть, ты зашел, и я вышел. То есть... Это всегда так происходит. Я даже, когда в маршрутку сажусь... Вин Дизель сразу же выходит из машины, когда видит там Гордон Фримен. Гордон Фримен. Это называется несовместимость версий. Точно. Музыку включи. Я уже... Я в наушниках просто включу. We have a very big problem in the Soviet Russia. Кстати, что там про 1С, да? У тебя есть, читал на странице, что они отозвали продажу Company of Heroes. Евгений, кулачки держали, молодца. Да. Вот. Не, ну это реально был пипец, по-моему. Там либо так, либо никак. А я не играл, поэтому мне было насрать. Брешь. Ну, в демку только играл, там ничего не понятно. Вот видишь, как ты... Ладно, прошел всю полностью, понравилось.
Твое сознание в пользовательскую сеть Беккеров. Не... Матрица, это как Морфеус говорил. Ну-ка давай там, почему, мистер? Давай. Почему, мистер? Почему? А Морфеус такой... И порвал свои оковы. Морфеус именно не матрица говорил, а матрица. Вот так, матрица. Ну, это не так, конечно, говорил, это этот хмырь, который озвучивал Морфеуса. Ага, это как в этом Halo 4, Мастер Чиф говорит, вместо Кортана, он говорит... Кортана! 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 Кстати, что там по сюжету? Ну, в общем, мы идем в матрицу. Спасибо, я услышал только еще. Что там какие-то провода таскают. У меня дичайший взгляд был. Да я поведу. На, поведи. Господи, все равно в эту машину садиться не собирался. Воу-воу, пацанчик, садись. Паркур, что? Catch me if you can. I can. I'm sure of that. Вот, ты сидишь в машине, кстати. Мага выпало у меня, кстати. Так, Кинзи, сейчас мы посадим Кинзи. Вот. Я не знаю, на самом деле надо было дать ей почерести в кузов. Потому что реально что-то с ней не в порядке. Это медик. Ох, это ж... Ты ничего не видел? Видел. Не-не-не, какой человек? А, это... Черт. Стопанули школьный автобус. И водитель, по-моему, блюет там. Черт подери. Чертов город. Сведет меня с ума. Обычный день в Стилборте. Или черт. Ночь. Че такое было? Граната, парень. Это менты, пацанчик. Пап. Кстати, насчет музыки, да. Че мы как эти едем? Что говорит, дети любят? Надо, говорит, дабстеп поставить, это же то, что дети любят. Если что, с моей стороны двери нет, так что. С твоей стороны есть дверь. У тебя просто какие-то, я не знаю, приходы, подходы. Она просто открыта и шатается. Ей только что... Я промолчу. Вот смотри, ты посмотри на эти трубы. И там такой неоновый свет неба. Прям... Электростанция какая-то. Обычно на ней такая хрень. Не. Так, нам еще надо 500 человек сбить, не забывай. 500 человек надо сбить нам, не забуду. Охо. А, подожди... Не, все нормально, я просто люблю кататься. Особенно, когда у меня это плохо получается. То есть, всегда? Я люблю качаться, всегда. Качаться? Что ты несешь? Стоит упорот, дорогие зрители. Да, это же надо так фиаско терпеть. Короче, надо... Fuck you, must. Фиаско, я потерял. Что, я всех убил? Подожди, тут надо что-то сделать. А, это надо эту... Это... Да, по-моему, защищать надо ее, короче. Чё ты сказал? Чё я не понял? Не спать. Руки прочь, это Багдада! Это... Какое небо? Это Багдад! Что там делать? Давай. Зло, ау. Смотри, у меня мужчина здесь вибрирует. Вибрирующий мужчина. Сексуально. Там кто-то едет там. Так, у нее, короче, там что-то встал. Так, ну нам, по идее, надо ехать на 300 метров, но машина что-то ехает. Я манал, короче, дойдем пешком. У меня не получается с машин. Садись верхом. Я не тебе, я Кинзи говорю. Нет, ты говорил мне. Мало ли. Блин, у меня дрыщ этот физик-теоретик чертов. А твой бежит дольше, чем мой, поэтому. У тебя Вин-Дизель все-таки. Вин-Дизель крутой. Too many Вин-Дизелс. Йо. Так, подожди, а че? А, ладно, тут ближе вроде, да? А, ты разбудишь соседей. Что мешает спать? Да. Что мешает спать? О, почти дошли. Пешком. Пехом. А я прикинь, там выбираться с боем, а у нас нет машины. Да-да-да. Вин-Дизель пробьет все челюстью. Запас. Помни мои слова. Так, я хочу перелезть. Я здесь по стелсу. Меня никто не ждет. Я жду. Не жди меня. Тебе от этого станет как-то уютней. Йоу. О, смотри. Нам все-таки защищать ее, походу, надо. Факт. Да? Я так сейчас понял. Так.
Так-то да. Ой, господи, говно это оружие на самом деле. Чем стрелял только что? Ну вот это бластерное. Да, я поэтому ее сразу и снял. Она мне вообще не понравилась. Все руки все никак не доходят. Ну. И чё так жопа? Ну чё, кто ещё хочет? You want a piece of me? Ага, you? Блин, попали так больно, сразу обидно. А кто это? Ты упал, у меня здоровье отнялось. Чёрт. А ты упал на труп, его аж скособочило. И у него здоровье не отнялось. Так, ну она идёт. Она идёт. Возьми её там за руку или что-то. Нет. За что-нибудь. Не буду брать её. Смотри, идёт терминатор. Ту-дун-дун-дун-дун. Ту-дун-дун. Именно медленно, с дробовиком. Издалека стреляет. Да, и умер. И не терминатор. Выстрел в пах. В пах, пах-пах, такой. А, ты только что по-немецки тоже что сказал, по-моему. Кстати, смотрел это видео? Какое? А, разные языки, как типа слово звучит на разных языках. Да, не, про Saint Rock туда сделал, там очередное. А, ну... Нарезку, ну там прикольно вначале было. Какое именно? Их там было много. Ну, иди потом скину. Я не помню. А, где выходит из этого, из-за угла такие и... Типа, да. Да, прикольно. Мне вначале там понравилось как-то. На немецком уж проехали. И так со стороны смотришь, блин, на туре похоже. Я спрятался, так что справляйся сам. Это была реклама нас. На правах рекламы самих себе. О, смотри. Шпекеры. Это было странно, они как бы на своей базе. Тут их легко можно увидеть. Испугалась? Я могу. Ты знаешь, в тачке сидим такие. Давай быстрее, шампу. Да. Убей да. Там, вон там кто-то есть. Да тут их полно, этих бортовых. Бортовых. Блин, целый рожок садить приходится. Да, есть такое дело. Там взлом почти прошел. Юби. Бандитское убийство! Бандитское убийство — это когда я никуда не попал, но враг умер, понял. Тупо решишь, ты что? Девушка, садись ко мне в машину. Да сейчас. Она почему она не идет? Потому что она со мной. Так, не доставайся же ты. Кого-то с прогиба там. Выиграл. Ой, там еще кто-то едет. Вот эту тачку надо взять. Зачем так, садись. Тачку? Здорово. Ну как? Твои-то я не хочу ехать. Понятно. А другой нет. Черт, у меня пробито колесо. У тебя пробито колесо, я уже давно заметил. Отправляйтесь к посадочной площадке. Там вертолет пролетел. Вертолет летит. Вертолет. Ой, я нашел сексуальных манекенов. Что нашел сексуальный? Сексуальный манекен. Секс-куклы, да. А, ты успел его взять? Да. Ай, нет. Так, 5 звезд у нас, нихера. Кошмар. Ты типа рулишь? Нет. А вон ты с своей стороны сидишь. Вон, блин. А рулит у нас какая-то жизнь. Нет, Кинзи тоже там рядом. Это Шонди. Да? Какая-то шлюха. Я их не различаю, они все на одной лице. Так, куда прыгать будет? Так, не доставайся ты. А я тут внезапно потолок пропал. Ага. Песня! Да, кто позже парашют выпустит? Только что я его выпустил. Я его выпустил и упал. Он, не знаю, не сработал почему. Я вижу как-то странно. Вот здесь такой. Блин, я опять упал. Что, куда упал? Нормально же. Все нормально. У меня звук, правда, как будто я оглушенный. Ну, или нет. А это так и должно. Должен быть приглушен. Да. Тут типа у кого-то муза. Сейчас мы ее найдем. Давай, погнали. Ну, пацаны, муза есть? Если найду. А если найду. Господи, опять мне руки отпал, да? Как Дарт Вейдер. Сила есть. Ага. А если найду? Да. Кстати, я заскрил. Не надо.
поздно пить боржом. Все, пойдем всех убьем. Это хоть какой-то будет мир. Бля, а что тут делать еще надо, походу? Здесь надо маршрутизаторы отключить. Что? Я тупо прочитал, ты не думаешь, что я говорю? Читать могёшь. Да, блин, смотри, какие они живучие, это же капец. Ну, это нормально. Отключить это как? Она выстрелит? Это... нет, это там... На компьютере, как правило, смотри, есть такие кнопки. А, это штуки-кнопки называются, да? Блин, а я тебе должен учить, потому что я тут, типа, физик-ядерщик. Ты же физик-ядерщик, а не компьютерчик. А, черт, точно. Так у меня двухъядерный компьютер. Ключевое слово — ядер. Гордона Фримена я после всего произошедшего вообще по компьютерам не подпускал. Никогда. Особенно в такой огромной физике. Мне сейчас убьют, между прочим. Я в экстазе, понятное дело. Все тебя. Браток! Браток, слышь, вставай, братик! Живи меня. А где ты, вон, валяешься? Господи, да? Что это было? Ну, я типа пришел. Тебя что-то там вообще кошмарит. Тол! Бучило. Люха! Люха! Ты где она? Да нету здесь шлюх. Да ты что, ты? Ты пьян. Пьян? Как ты мог такое сказать? Не, ну их... Я их тут реально в организацию. Короче, делдаки решат любую проблему. Почему они могут тут запрыгнуть? Это же глупо. Это нет. Это да. Ну что ты Вин Дизель. У него прыжок не так. Просто по скейту ему дал. Не. Слушай, а я уже, короче, выключил второй компьютер тем временем. А смотри, а я третий. Пипец мой быстрик. Вообще. Смотри, а там остался еще один. Если ты успеешь оттуда быстрее, чем я, то это будет еще один. Я мог бы еще, ну ладно. Я не понимаю, что это было, но было страшновато. Это хорошо. Значит, удалось. Что надо делать? Отключите последний. Не очень хорошо. Нас убьют, понимаешь? Нет, я это не... граната. Я отказываюсь в эту дверь. Тогда подними меня. Pick this ass up! This is war, soldier. People die here. Die here. Черт, надо бежать. По-моему, все, кто могли, погибли. Вау, я в матрицу полез, нет? Давай, я пока отстреливаю. Ты там последний маршрутизатор включаешь. Ты как-то делай. Я делал это полностью. Ты сделал это? Все, я не кончил? Ты тупо выключил музыку и все. Черт! Остановить загрузку. Пройдено. Так. Линия пройдено. Жилье реактора Burns Hills. Теперь это место является жильем святых. Да пофиг вообще. Окей. Так. Стоп. Чопэ. Такие оба кинулись к ним. Нормально. По-моему, мы колесо за ней испортили. Да. Ты испортил. Ну, теперь будет хоть мотоцикл по физике похож. Хоть чуть-чуть на настоящий. Ты можешь вообще? Я не хочу. Нет, ты можешь, ты хочешь. Эй, это кто вообще? Это военные. Это Слендер? Несу такой. Мияничек. У тебя пробита покрышка. Я знаю, поэтому ездить мне не очень комфортно. Нам постоянно предлагают покупать дома. Почему ты не покупаешь? Купи дом. Мне не надо. Купи дом. Купи коня. Погладь кота. Здравствуй, девушка. О, ну это почему? Я еду вообще в другую сторону. Меня просто тупо разворачивает. Куда ехать? Когда из двух колес... Дом можно купить. Я куплю дом. Позвони Кинзи, следующая миссия будет просто убийственная. Позвони. Хорошо, сейчас я дом куплю. Все-таки хочу купить дом. Что это? Не дом, а владелец какой-то. Черт, его нельзя. Там менты, валим. Рвем когти. Когда покупаешь дом, всегда менты приезжают. Ну, ты же... Ты как черный риэлтор или кто-то там. Слушай, они арестовали твой мотоцикл. На самом деле я его просто бросил. Потому что они его арестовали. Я арестовал их машину. Видишь, как я их типа отвлек? Ага, а я такой типа взорвался. Когда... Позвони кому-нибудь. Ладно, тебе зря, чёрт. Не? Окей. А тут нету таких миссий. Как так? Ладно. Есть Angel, Пирс и Пирс, типа, какой-то электрон. Angel, а Ангел. Как так вообще?
сказал шланки? Ну, вообще-то это тут пишет. Нет. У тебя на английском игра? Нет. Ну вот смотри, там... А, все, можно. Не важно. Не важно. Как не важно? Дрифт. Так, куда я опять заехал? Херос. Ой, блин, я думал, тут проект можно. Я типа в интернет-магазин ему позвонил, Персу. Персу? И он мне ответил. Ну там какой-то адрес был интернетовский. Там был его телефон, потом... Я слышал. И, короче, этот Пирс. Только на него там аж спрятаешь, что типа, короче, тут Ай-яй-яй, у меня колесо пробили. Теперь ты мою машину точно не починишь. Ты бы видел ее? Я ее не видел. Черт, мы были здесь когда-то? Раз 86 уже. Это было смешно. Мусорку писали. Мы здесь раз 500 были, наверное. Это жилище Кинзи. Да, точно. Почему к Пирсу приехали? Ну, потому что Пирс тут... О, сейчас мы поедем в Матрицу. Прикольно. Не, идет это кресло. Закрыл так. Закопал. А, говорит, забыл сказать, да? Нет, ну это норм, я Гордон Фриман. За тебя я начинаю переживать. Я этот... Тоже неплохо. Ладно, будем считать, выкрутился. Во, такой холод, трон. У меня уже сейчас припадок начнется эпилептический. Ой, уфу. Стробоскопы, все дела. Да, уж. Это будет эпично, я тебе гарантирую. Параллельная вселенная, я унитаз. God damn it. Kinsey, all I see is out of my bloody commode. Oops, sorry about that. Let me load up another. Не-не-не, оставляй. Ну чё, тупее я в жизни не видел. Нормально. Хотя нет. Я могу стрелять или кусаться? Ты можешь, ты можешь бить. Я укусил. Вау! Воу-воу-воу! Баба с сиськами. Сюда, это, сиськами потрепься. Я баба с сиськами. Ты видел свои сиськи вообще? Я видел, господи. Я надувная баба с сиськами. Стой, остановись. Ау, ну как так вообще? Все, ты виноват. Ты видел, какая пушка у нас? Говно. Я задерживать можно? У меня низкополигональная модель теперь. Нормально. Бренд Мауэр. Давай займемся им. Вау. Деккеры. You will die, Деккерс. Пичи какие-то пролетели. Деггерстанцы. А пух. За ту свадьбу, видимо, обиделись. Не исключено. Капец, они долго умирают, это же пипец. Надо просто уметь пользоваться оружием. Ну, типа... Типа защитом. Вот так вот раз, и все. Че там долго? Пачками ложу вообще. Нет. Черт. С моей стороны все умерли, но проход с твоей. Это очень обидно. Потому что я иду в стройку. Нет. Хейтеры не обрадуются. Я убил 500 из 1000 хейтеров на YouTube. Ну... Это, в принципе, нормально. Надеюсь, правоохранительные органы не смотрят эту серию. Я так туплю, пипец, я такой... Ну... 3 секунды думаю просто. О, капец. Это такой тяжелый день был. Какой? Такой вот. Да прекращай. Нет. Как нет? Вообще нет. А чё они исчезают? А, потому что я их убиваю. О, я медленно. Я улитка. Я улитко. На! Ты по мне попал? Дай хрень. Стой, я убил. Всех. После убитых врагов смайлики остаются? И что с ними надо делать? Нет, мне показалось просто, что это нормально. Это... нет, как бы. А, это после выстрелов? Или хрен знает, что это такое. Ладно. Я думаю... Блин, опять улитку. А ну, постоянно время ответить. Да нормально. На мордорылые какие-то.
Черт, там улитки. Думаю, этот товарищ это особо душный попался. Как он тебе? Душный. Я ревную. У тебя мало здоровья. У меня? У меня здоровья более чем достаточно. Это сейчас. Спи не сказал. Ну а блин, тут их дофига. Они еще и с мечами прыгают. Да им норм. Да нормально вообще. Я дошел куда-то. Я дошел. Дальше. А я тут, значит, сижу просто так для мебели, да? Ну, да нет, ну ладно. Чё? Текстовый этот. Так, маленькая комната освещается только двумя факелами торчес. Что вы будете делать? Я... Чё ты возьмешь? Я открыл дверь. Взять факел. Продолжать идти поискать тайные двери. Перед вами жуткий темный коридор. Что а, еще, это еще читать надо? Господи. Конечно. Так, ты говори мне, что делать. Каждому из 31 бога. Чисто задростка такая херь. Да сколько раз там уже умер, я слышу, где ты ту-ду-ду. Вы мертвы! Пойти в дыру. Что вы будете делать? Вы не пролезьте в дыру. Какого хрена? В его воде плещется единорог. Продолжайте делать. Вытащите меч. Падайте, ломайте. Продолжайте, продолжайте идти. Посмотреть так на единорога. Как так вообще? Убить! Спасибо за то, что играли такой несёс. Первая часть стрелки и спирали тьмы. Выйти из игры. Это было вполне себе неплохо. Текстовые адвенчуры круто. Круто. Антивирус Мэтта. Медемень. Черт, я опять сортир спущу. Ну, теперь сортир с пушкой. Со спины, кстати, стреляет. Да, меня убили. Нет. Оживи мой сортир. Так потешно. Оживи мой сортир. О, вот тебя втащили. Ну нормально. Ты нормально, ты сейчас умрешь, у тебя жизни вообще нет. Ну нормально. Ага. Сейчас они будут. А сортира медленно восстанавливается здоровье. Потому что когда за людей быстрее. Потом мы будем, наверное, бегать с резиновыми сиськами. Ну, я бы, честно говоря, не прочь. Да блин, почему все враги, они как-то так. Я умер. Живи, браток. Оживи, братушку. А мы тебя подлечим. Давай спрыгнем. Мне нехорошо. Нет. Ну давай, ладно, пойдем. Так мы заново типа уровень начали. Нет, это другой уровень. Ну да, но он такой же сам. Нет. А, нет. Так, теперь я человек. Вот, теперь мы человек. Я человек. И у нас какой-то. Типа пинг. Лаги. Лаги. Да капец вообще, как можно с такими лагами играть? Нормально, интернет все подставь. Блин. Тема. Тема меня. Объегу, Сережа. Куда? Туда. Ты поднял? Да. Да. Он меня лагало. Не. Давай куда-то бежать. Да, господи, и вот это вот убить надо, он меня бесит начинает уже. Ну, сам главный залаг, ты его бежать. Я его убил. Ты его убил? А чё же он тогда бегает? А это другой. А, ну конечно. А мы умерли оба? Нет, убили тебя, умер я тоже. Нет, ты все испортил. Я воздух только испортил, и все. Говорю. Но это уже я понял. Ого. Это ого-го уже. А здесь не сначала? А, нет, не сначала. Я уже валяюсь. Чего ты валяешься? Что я валяшка? Дарбальда, давай пойдем. Нормально. Роджер, Роджер. Роджер, Роджер. Роджер. Это не те дроидики. Дроидики. Да господи, почему они такие? Слушай, давай не будем спешить, они же реально какие-то упоротые. А, ну, чем раньше придем, тем лучше. Нет? Ну, нет. Да смотри, он мечется, как просто ошпаренный какой-то. Как голый в крапиве. Ого, какой ты. Все, кажется, сдох. Level up! Level up? У меня нет. Блин. Обидно? Закономерно. Да, давай. Во, он нарисовался. Шо?
как они испаряются, как и не. Классно. Хорошим или плохом фине? Ну, как тебе сказать? Фимбуй. Тебе понравилось. Окей. Откуда ты знаешь? Ладно, я помню. Нет, говори. Я-то так просто не оставлю. Да капец. Да лагает. Да, лагает-то. Убийство специалиста. Специалист, дохни! Don't you ever fucking die? Дай, motherfucker. Ну, а, короче, когда не лагает, убивать, наверное. Потому что так вообще не получается. Сейчас не лагает, убивай. Меня сейчас убьют, потому что не лагает. Потом убьют. Да капец, со всех сторон летит. Так, а ты где? Я... I see you. А, ты там за углом сидел? Это было очень умно с твоей стороны. Меня еще рубанули. Потому что я не могу бежать. Ох, сейчас тебя убьют. Я тебя возродил, поэтому... Теперь пора бежать обратно. Да капец, отлетит всякой гадости. Так, я посижу. Нормально, здорово, я остановилась. Я бегу, оно, короче, не бегится. Вот это реально понял, как... Это бред. Батлу на модеме от МТС играть. Фа, ты встал? Да. Ух. Да. Ну, блин, я не могу убежать теперь из-за лагов. Run for your life. Ну все, господа, теперь ты вам хана. Блин, ты проход занял. Я такой. Че, все типа? Вроде да. О! Как играть? Я не могу вообще. Call of Tanks. Где этот? Battle City. Капец. Чем я управляю, не помню. Стик нажимаешь наверх, он едет. Не, а, я синим танком. Ну. А я смотрел на красный. Да капец, он дохнет. Ну, как обычно в игре. Ты красным, да? Ага. Но! На-на! Получи на! Это было эпично. Но мой мозг сейчас вытечет. Если еще одна... А, черт! У тебя еще не вытек? Мы уже побывали в текстовой адвенчуре. И теперь я нужная женщина. Теперь мы бабы с сиськами. С письками. Да стой, не шевелись. Стеснительная такая. Иди сюда, Марха. Все, я не хочу в этом участвовать. Не получи. Shut the fuck. Оп. Down. А почему у меня нету какой-нибудь электрической, по-моему, я не знаю... Дилды? Я хотел сказать дубины, но, в принципе, да. Почему-то ты прав. Так почему нет? Я привык уже просто ближним боем драться. Дивись. Они тут дают какой-то трон ссаный. Ближний бой рубит. Да. И педалит. Давай. Кома, во, вот это уже более похоже на. Так, что да? А уже нет. Ну, оно ненадолго, походу. Лучше б надолго, хоть не привыкнуть. Нет. Вот теперь вообще управление поменялось. Нормально. Вот ботаны все, они пока их не видно, и в табло не настучишь, они вот так вот разговаривают. Болваны вроде базарят. А потом такие. Такие. Мама! Соври мне, по-моему, что ли, Джима Керри фильм. У вас, говорит, такие. Титьки! Здоровенные титьки! Титьки! Он потом понял, что его хана уже такой. Мама! Такой. Ой, ой, у меня видяха все перегрелось. Черт. Это не в игре. Да. Так. Что? Что это? Я в какой-то комнате, где здесь на унитазе сидит надувная баба. А, я вообще в какой-то системе
теперь начнем с насилия. А, все, тебе нажать надо. Я побывал в аду. В досе. Да. Бэтмен! You mean where those giant tubes are headed? That can't be a trap or anything. Бежим вообще, не? Вообще, да. Again with the comforting skills. Run faster. Run faster if you can. If you can't, you're just a loser. Yes? Say yes. А? Easy to laugh when you're hiding like a pussy. Вот, вот. Like a pussy. Привищ. Ну мы с тобой одного дьявола заломали. Да, я думаю, что заломаем второго. Да-да-да-да. Да плевок в лицо всем геймерам сейчас был. Надо его заломать. Попал. Уничтожьте. Блин, управление поменялось. Тебя это не спасет. Где он? Вой, он на меня похож что-то. Что-то имеет, да? Ага. А ты у меня неплохо так стрелялся. Лупи-лупи. Во, теперь он так пошел. Тебя? Тебя. Where are you? Не-не-не-не. Аф. О, шит. Воу-воу-воу. Я, да. Воу. Че это было? Ты это видишь? Да. У тебя что? Вид со стороны или ты тоже прыгаешь по руке ему? Я прыгаю по руке, у нас одно и то же. Ага. Ну ладно. Давай. Давай. Не, пёс. Слабак. Просто слабак. На самом деле мне было спокойнее, когда он летал. На самом деле нет. Потому что теперь он... Потому что летал он за мной, а бесится он за тобой. Да, походу я был неправ. Вставай. Мужчина, полегче. Воу-воу, мужик, полегче. Капец. Да, блин, в управлении. Это все просто несправедливо. А где он? Он еще этим лагом каким-то пользуется, что ли? Да он вообще бурел. Я спасу тебя! Давай! Давай, Лупашу, Лупашу. Лупашенко. О, лаги пошли. Да, он сейчас пропадет, и я ему вдарю. Или нет. Походу. Why, нажимай. Нажимай, нажимай. Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why? Давай, давай. Why, Willy? Ah, давай, давай. Даю, даю. Что-то получилось. У него здоровья вообще мало, ты понимаешь? Нет. А-а-а, черт, я улитка. Ты просто вернулся в свою природную стыль. Факт. Палтис. Воу. Куда это он? Да, окей. Лишний бой. Стерва. Хера себе. Я просто, просто счастье. Да где ты там, эл? Ой, много. Хейтеры не обрадуются. 600 из 1000. Да я и был из 1000. В смысле, где ты? Вот сейчас ты был? Давай. Вау. По-моему, у кого-то что-то отлетело. Они, кстати, в поле стреляют. Вполне себе так. У тебя жизни мало. Я тоже. Да нормально. Нормально. Че? А у меня мало. Не-не-не, у тебя тоже нормально. Да, сбеда. А, его убили. Меня убили. Никто тебя не убил. Меня убили. Как тебя убили вообще? Да ну, у меня мало было. Я же тебе говорю, нормально, нормально. Да, нормально. Ну все, пора там. Так, хватит меня бить. Ты вообще пользуешься спринтом? Он у тебя неплохо так летает. По-моему, я тебя сдеваю, нет? Да. Нет. Вообще, все здоровье меня ты и снял в прошлый раз. Нет. Что, правда? Не исключено. Да, блин. О,
А ты левый триггер нажимал хоть раз? Да, я 150 раз уже нажал. Капец круто. Так-то да. Тюх. Вот так пошел процесс. За нашу и вашу свободу. А, хорош, меня уже бить. Тюх. Не. Крутая штука. Так, я лучше отойду, пока мне здоровья чуть мало. Давай. Вся надежда на тебя, короче. Да он все равно хотит, по-моему, с тобой больше общаться. Согласен. Вот, я тоже здоровья, кстати, мало чуть. Теперь я тоже отойду. Мужчина, я не в духе. У меня теперь побольше здоровья. Я тоже. Ты как акын какой-то, что вижу, то и пою. Я такой. Нет. Как это нет? Ну, нет. Было мое призвание. Я не мог. Я же старался. Чувствовал. Давай, давай. Пора кончать. Нет, не в зубы. После записи, ладно. Что ты делаешь? Нет. Не-не-не, все нормально. Давай. Давай, ты сможешь. Давай. Давай. Не облажайся только тут. Он пока. Давай. Не. Оторви в голову. Да, это помучаем еще. О, Тобикаге. Руби голову. А, ну ладно. Черт, это поротость зашкаливает, конечно. Клон GTA сразу видно. Да. Что-то есть вообще. Все, сдохни. С тобой были бруталы. До свидания. До свидания. Это ж этот. Педик. I can clear your name. Prove that you didn't destroy that bridge. I'm sure Kinsey can figure it out. I literally have the world at my fingertips. Little vague, man. Gotta do better. You tell me the name of a company, and it becomes the property of the saints. You get your empire back, and I get to walk away. Kid? Я думаю, мочить. Now we're talking. Ну... What are these? They're back doors into company records. Давай, ты идешь в одну, я в другую. Ой, оружие. Не, машины хочу. Да, насчет три. Давай. Подошел? Да. Надо Y нажать. Давай, раз, два, три. Ты быстрее. Черт, как так. Я хотел все сразу. Дайте, говорит, мне таблеток от жадности. И побольше. Побольше. Чуваку сейчас, по-моему, вломит. Больно. That's lovely, but I feel it's time for me to move on. To be honest, I'm a little scared of... Well... Dying. I do run a demanding workplace. Maddie, I appreciate how you shared your concerns. The way Viola and Kiki handled their departures made me just want to kill someone. На кого-то наступил в этот раз. Absolutely. На соседа снизу. Это был мой хвост. Maddie. А, это он звуки издает? Да. Я наступил себя на хвост и заверещал. Чернобыль недалеко, я понимаю. Да, километров 700. Это нормально. Это нормально. Да, нормально. Сколько денег? 12 косарей, это рекорд. 12, это нормально. И оружие, киберпушку дали. Костюм для захвата движения. Киберпушка, говно. О, кибертанк. Воу. А, машина, видимо, все-таки. Подожди, у кого машины были? У тебя или у меня? У меня. То есть ты выиграл. Да! Killdeckers.exe. Ну и что, Killdeckers, давай на этом кончаться. И давай в следующей кончать. Серии. I'm coming. Ты при этом выглядишь как бы это помягче. Как Гордон Фриман. Гордон Фриман во время брачного периода. Вот ты знаешь, как он выглядит во время. А, черт, я не хочу знать это. У меня есть опыт. А
общение с Гордоном Фрименом во время брачного периода. Ага. Участие в брачных играх. Кирши упал. Давайте увидимся в следующей серии. И там посмотрим, что будет еще. Ну, или не увидимся, если вы резко перестанете смотреть на монитор. Тогда услышимся. В общем, давай, Гордон Фримен. Гордон Фримен. Гордон Фримен. Пока. Пока.